Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу. Цитирую Данте. Tanto amara che poco è più morte, ma per trattar del ben chi vi trovai dirò dell'altre cose chi vos corte. Я постараюсь объяснить, что здесь излагается. Вито и другие. Автор сценария Антонио Капуано. Режиссер Клаудио Гримальди. Оператор Антонио Бальдони. Режиссер-постановщик Антонио Капуано. Спонсором фильма является Министерство туризма и развлечений. Тебе. Ты же дал мне мотоцикл. Мне воздуха не хватает. Надо подышать. Мне нужны деньги.
На адвоката. На похороны. 5 миллионов. Если я умру в тюрьме, отправляйся жить к тете Розетте. Кино я люблю те, которые показывают по телевизору, когда сидишь за столом, потому что ешь в это время омлет или макароны с сыром и смотришь кино. Дай стакан воды. Дай сигарету, дай ему сигарету. Переизбыток машин беспокоит торговых дилеров. Те, которых женщин показывают с голыми сиськами, ну и другие всякие штучки-дрючки. Их показывают в особенных кинотеатрах или вечером. Нас туда не пускают. А в остальном все просто мерзко, а мерзость смотреть не хочется. Che diamine! Dov'è, donna? Cosa? Hai capito? Rispondi, dove sta? Guarda, guarda, l'uomo nero in persona. Non provocare. Siamo nervosetti oggi, eh? Ringrazio che notti. Continua. Senti, Rocco, se non ci tieni a finire male, non ti immischiare negli affari miei e di donna. Chi dice che l'ho fatto? Lo so che hai dato tu quei soldi a donna. Chi te lo ha detto? E so pure a quale scopo lo hai fatto. Allora perché non lo spieghi anche a me? Vuoi comprare l'affetto di donna strappandolo a me? Lo credi davvero? Sei più scemo del previsto, donna non si fa a comprare. Certo non da uno stupido come te. Allora, dove sta? Sta lavorando. Lasciala in pace. So io come comportarmi con donna. La prossima volta che vorrai fare il generoso, non potrai offrirle altro che il tuo sangue. Ah sì? Beh, se tu schiodassi quel tuo pigro posteriore e ti trovassi un vero lavoro, forse potresti aiutare donna a mantenerti. Eh? Non ce la facevi proprio, vero, donna? Ti ho detto di non immischiarti. Rocco, qualcuno deve ho bisogno del tuo aiuto. Che c'è, donna? Che ti succede? Ho bisogno di fare il turno di notte. Lo so che non mi tocca, ma se puoi farmi questo favore. È una serata fiacca e non so se... Forse... Oh, vino. Передай мне вино. Guardi arrivare gente. Ma perché vuoi lavorare? Hai lavorato tutto il giorno oggi e vieni qui a quest'ora a chiedermi... Rocco, per favore, non fare domande. Ho bisogno di lavorare. Rosso barco! Закрой балкон.
Prima cosa. Первое. Те, у кого деньги, должны умирать. Но мне насрать, потому что мне нужны деньги, я буду у них отнимать. Я хочу водить друзей и подруг в рестораны, дискотеки, потому что в этом заключается суть дружбы. Ариэлла Рита. На, считай сам. Ладно, неси деньги, понятно? Приноси деньги сюда. Ясно тебе, а? Делай, что хочешь, но деньги приноси. Можешь рисковать, можешь хоть сдохнуть, только чтобы деньги были. Понятно? Потому что мне надо много денег. Ты мне сын или нет? Если ты мне сын, то ты должен мне платить, ты должен меня содержать. А без денег ты никто и ничто. И нечего тут в телевизор пялиться. Дорогие родители, за последние два дня я хотел вам сказать кое-что, но не осмелился. Меня снова выгнали из школы. Я не могу даже правильно с друзьями общаться. Я не могу даже имитировать, подражая им учебу в школе. Ничего не получается. Вы знаете, как часто мы ссорились, как вы меня наказывали. Поэтому я решил исчезнуть навсегда из этого мира, где никто меня не любит. Рикардо. Ну давай, поцелуй, поцелуй. Да подожди, что ты спешишь? Что у него есть? Кольца, бумажник, часы. Быстро сюда.
волите. Что надо? Теперь нам будешь платить. Без нашего разрешения здесь нельзя торговать. Я в полицию позвоню. Только попробуй. Хотите мне рот заткнуть? Ты слышал, Вито? Хочет, чтобы ей рот заткнули. Все будет зависеть от тебя. Второе. Без своей команды надо всегда помнить, что другие могут сбиться в банду. И тогда тебя все будут иметь. А если у тебя будет своя банда, то ты все будешь иметь. Lei sta dietro solo per divertirsi. No, lei è pura, senza niente. Basta, Martino, se non fosse per questo io. Хватит, не надо, нет. Sì, hai ragione. Per toccare i figli a Stefano, sto sapendo quanto è geloso la propria famiglia. Ti confesso che non vorrei proprio essere nei tuoi panni. Mi ha fatto piacere che tu sia tornato. Che cosa c'è? Mi preoccupo per te. Non temere. So quello che faccio. Sei così sicuro. Sai niente, i bustini da valigia. Secondo te. Ты ничего не знаешь о пакетиках в чемоданчике, понял? Esatto. Ti sbagli. Staremo a vedere. Sto aspettando. Я жду. Алло! Ну что? Non sottovalutare quella donna. Sei capace di mettere in ginocchio chiunque osi contrastarla, uomo o donna che sia. Io parlo per esperienza personale. Ma che succede, Stefano? Quel brutto verme, figlio. Stefani, con chi ce l'hai? Dobbiamo fermarlo subito. Avremmo dovuto intervenire prima. Ma se non ne sapevamo niente. Ma Margot forse sì. Perché non mi ha parlato? Già, ma per lei deve essere stato un bel... A, B, C, D, F, G, H, I... Da capo! Сначала... Скажи привет сестре. Дай обниму Формаджино.
Засранец. Вито, иди сюда. Я хочу тебе кое-что показать. Пошел ты. Смотри сюда, говнюк. Что ты там делаешь? Да пошли вы, анонисты. Тебе сколько лет? 12 вонючих лет, так же, как и мне. А ты, засранец, тебе 11. Мне 12. Я тебе в рожу плюну. Пошел ты. Вся задница болит. Мать настоящая сука выдрала. А чем сестра занимается? Сосет хорошо. Отец что-то доставать начал. И ее, и меня. У меня осталось 34 тысячи лир. Купи себе унитаз и смой эти бабки туда. Все равно это не деньги. Сын унитаза. Потише. Хотел бы я поехать в этот Париж, чтобы там отсасывать. Когда мне станет 16, стану донором. А что это? Да хоть сердце могу сдать. Его ставят какому-нибудь больному. Так можно людей спасать. А сколько за это платят? Нисколько. Я пить хочу. Я тоже. Гаэтано. Отстань. Сам пошел. Помнишь того чернокожего, которому жопу подпалили? Я спать хочу. Господи, как я хочу спать. Первый, кто заснет, у того мать обсоска. Осторожнее.
Третье. Телевизор важнее, чем мама. И наркота тоже. Теперь мы можем заработать все, что захотим. Я просыпаюсь в полдень и делаю то, что мне хочется. И я рад, что есть наркотики. Иначе пришлось бы ходить и отсасывать черти у кого. Ребята, вам сюда нельзя. Да ладно. Ночной сеанс. Да тебе-то что? В следующий раз приходите года через 2-3, когда повзрослеете. А ну, сука, деньги давай. Ребята, полиция. Нам нужна дисциплина, правда, госпожа директриса? Да, закон и порядок, верная молитва. Возможно, Иисус придет через телевидение, через проповеди. А тот грубый учитель все еще преподает? Да, конечно. Это детям на пользу. Портрет Симоны, которая ушла в вечность, умерла. La guerra forse è stata uno sbaglio, ma non è una ragione per odiare il proprio paese. Odiarlo? Morirei per lui. Ma allora che cosa vuoi? Io voglio. Loro vogliono. E ogni altro ragazzo che è venuto fin qui e ci ha lasciato la pelle. Ha dato tutto quello che aveva, vuole che il nostro paese ci ami, quanto noi lo amiamo. Ecco quello che voglio. Come vivrai, Johnny? Giorno per giorno. Хватит, отдайте мяч. Хватит. Перестаньте, кому сказано. Хватит. Достаточно. Сукины дети.
Когда учитель лупил меня, я пробил ему все четыре колеса, а в следующий раз я плюну ему в рожу, чтобы он знал, что он дерьмо. Есть люди, жертвы, потому что в этом мире необходимо жертвовать чем-то. И мне не стыдно, что приходится это делать. Сеньора, ведь у них сейчас такой юный возраст, самый лучший в жизни, а их учитель такой, я уверена, что Вито найдет свой путь в жизни. Хотя он, по сути, бунтарь. Послушали вы, что он говорит. Вы понимаете, он совсем ни на что не обращает внимания. Дерьмо. Понятно? Когда кто-то из вас приходит в школу для того, чтобы мешать другим учиться, лучше бы ему сюда вообще не заявляться. 3 года просидеть за партой и ничего не узнать. Таким, как вы, знаете, где место? Знаете, где вы кончаете? Вито, встань, когда я с тобой говорю. Ой, я прям усрался. Что ты сейчас сказал? А ну вон, пошел отсюда. Убирайся. Исчезни. Теперь я вижу, кто ты на самом деле. Я тебя посажу, понял? Встань и уйди. Пошел вон из класса. Мне терять нечего. А тебе что, есть чего? Нет. Эй, красавчик, мне надо с тобой поговорить. Потом, отвали, сигареты есть? Уйди. Играй ты. Тигрица разбила голову об стену в зоопарке. Умерла. Четвертое. Когда идешь на ограбление, бояться никого нельзя. Идешь ты с кем-нибудь или один, у кого есть мотоцикл. Это не важно. Я люблю работать один, но иногда я хожу с формаджином. Если все проходит нормально, значит я при деньгах, значит все в порядке. Я твой Луи, соло на 3, шифану голову,
Значит, что ты, я и он, мы пойдем втроем? Да. Он говорит, что мы будем как актеры. И что мы будем это делать все? Да. А он будет платить? А то. Сколько он нам даст? Я хочу поговорить с мамой. $200,000 250 A B C D E F G H I M. Сначала. Вот вы где. Ну пойдем. Симпатичные у тебя друзья. $12,100 $12,100 Да. Будете больше брать, будет по 80. Для вас пока по 100. Можете сгружать по 12 пакетов в час, я подсчитал. Всего 100. Понятно? Сколько вам принцесса накинула? 50 тысяч? Пошли. Господи, ну и тачка. Мерседес. Мощный. Смотрите, ребят, я еду покататься. Осторожней, не разбейся. Дороги засранец. Смотри, как этот африканец жопу подставляет.
prima che facesse il grande discorso paterno. Sarebbe stato troppo facile. È tutta sua madre. Deve fare tutto di testa sua. Già, non somiglia affatto a suo padre. Они скоро выйдут. Смотрите внимательнее. Кажется, идут. Да, это они. В красной майке и синей майке. Пока спокойно. В тот раз были другие. Хотя этого парня, кажется, уже видел. Вот они. Внимательно, ребята. Это очень деликатное дело. Осторожнее, пожалуйста. Да? Да. Хорошо. Нет. Это неправда. Это не так. Пожалуйста, дайте мне сказать. Мы готовы бороться за наших детей. Да, она наша, она принадлежит нам. И только это мы знаем. Мы готовы на любые жертвы, чтобы... Нет, это неправда. Она только наша. Да как вы смеете? Вы не понимаете. Председатель детского трибунала советовал нам. Вы знаете, что он сказал? Он сказал, что нужно устроить каникулы. Вот что конкретно он сказал. Да, а я ответила председателю. Столько террористов помиловали, а мы, родители, не можем получить помилование для детей. Нет, он просто не понимает. Это неправда. Это все ложь. Нет, мы никакие не чудовища. Все это неправда. А ты настоящая сука. Курить хочешь? Сколько лет? 12. На сколько посадили? 7 месяцев. Ну как ты? Хорошо. Кто это тебя побил? Пустяки, сам упал. Как кормят?
Отлично. Хорошо с тобой обращаются? Да, хорошо, нормально. Может, тебе что-нибудь нужно? Нет. Ничего. Все, держите крепче. Я нарисовал райскую птицу, и когда я ночью засыпаю, она мне всегда снится. Она сидит на ветке и смотрит на океан, где заходит солнце. И тогда она срывается с ветки и летит клевать красные грибы. Нет, не надо, помогите. Не надо, помогите. Помогите, помогите. На помощь, не надо. Это самый крупный из внутренних планет, она отличается от того, что вы знаете о Земле и Марсе. Размер 142 800 километров в экваторе, сплюснуто из-за высокой скорости вращения. День на Юпитере составляет 9 часов 51 минута земного времени. Внешняя атмосфера состоит из газа, преимущественно водорода, а также других компонентов, таких как метан и аммиак. Берлингери Рита позволяла мне трогать свои сиськи. Она говорила, что когда она вырастет, они будут у нее здоровые, как у матери Эспозита. Она давала мне трогать даже свои трусики. Только ноги крепко держала вместе. Такое в тюрьме не бывает. Иди сюда, сука. Ничего не сделаю. Черт возьми. Что, зуб сломал? Пожалуйста, не надо, кончай, а? В следующий раз будешь знать. Пожалуйста, не надо. Да не переживай. Ты сделал мне больно. Не бойся. Больше не трону. И когда выйдешь отсюда, я тебя не забуду. Доволен? Теперь ты больше не новичок.
avevo parlato con l'avvocato. È vero, Альба? Мы говорили с адвокатом, верно, Альба? Да. А в чем дело? Что с тобой случилось? Тебя что, бьют? Нет. Когда я отсюда выйду? Не беспокойся, очень скоро. Мы тебя вытащим отсюда. Как ты себя чувствуешь? Отлично. Ты знаешь, нужно столько всего сделать. Сейчас дело попало в руки по-настоящему хорошего адвоката, понимаешь? Да понял я. А вот и Санта-Клаус идет. Ты меня любишь? Окей. Ладно. Видите, какова жизнь? Жизнь – дерьмо. Лино. Ты похож на труп из морга. Сам такой. Черт, не могу спать. Поползи под кроватями. Господин судья, пошевелите свои задницы и заявитесь сюда. Я мыл окна автомобилей, я продавал пакеты с Марадоной, потом пришлось своровать, вот оказался здесь по вашей милости. Вы утверждаете, что я малолетний преступник. Вот меня и засадили. Но вы что думаете, я, побыв здесь, стану ангелом? Когда я выйду, думаете, я забуду про вас? Не вспомню. Это вы не помните таких, как я. Сколько у вас на счету? А чему здесь могут научить? Я скажу вам, ничему. Понравилось? Я вчера вечером написал это. Браво, Вита, браво. Хорошо привлечь общественное мнение. Ты станешь важной шишкой. Хорошо, мы победим в этом деле. Я даю тебе слово. Главное, веди себя хорошо и сохраняй спокойствие. Они посадили тебя в тюрьму. И мы заставим их за это заплатить. Они тебе заплатят как следует. Они не отделаются маечки с Марадоной. Миллионы, миллиарды маечек придется им тебе выдать. Доволен? Браво, молодец, хороший парень. Мне понадобится фотография Вито, лучше сделанная несколько лет тому назад. Если возможно, на первом причастии. Как скажете, господин адвокат. Я принесла тебе шоколад. Ты что-то плоховато выглядишь. Правда, он плохо выглядит? Я должен был отсидеть 7 месяцев, но адвокат вытащил меня значительно раньше. Они не имели права меня арестовывать и сажать. Я сейчас иду на рекорд. Даже задерживать не имеют права несовершеннолетнего. А где Гайтана? Куда они его увезли? Его вроде кто-то видел. И что тебя там заставляли делать? Ничего. Сыну Терезы вообще руку сломали. Хочешь кое-что покажу, а? У Гайтана такое есть?
какая-то cosa. Пятое. А мне не нравится, не нравится то, что я делаю. И если не мне нравится, не а если не нравится, то я бы и не делал этого. Когда, спосо, una festa, когда я женюсь, я устрою такую вечеринку, как в любовной лихорадке. Для этого нужно копить денег. У меня есть уже 7 350 000 лир. Если кто-то попробует к ним прикоснуться, я ему член отрежу. Ну и как бы ты ответил? Один сидел за убийство, ударил ножом парня, который трахал его невесту. Нельзя трахать чужую женщину. Другой за вооруженное ограбление. А там стихи писал. Вот так. Ты же говорил, их трое. Да, трое, я четвертый. Кто же был третий? Как его зовут? Рино. А что сделал этот Рино? Продавал наркотики. Он сидел за торговлей наркотиками. Это же тюрьма. Ты такой молодой, юный парень. Тебе не было страшно? Мне? Нет. Я ничего не боюсь. А когда оказываешься там, то перестаешь быть ребенком. Так что бы ты хотел, чтобы сделала юстиция, правосудие для тебя? Ничего. Почему? Пусть лучше оставит меня в покое. Когда ты смотришь телевизор, что тебе больше всего нравится? Все, даже реклама. Но есть что-то, что нравится больше? Рэмбо. Он мне нравится, потому что он сильный и справедливый. И он делает то, что нужно. Подожди, мне нужно задать тебе еще один вопрос. Ну давайте поскорее. У меня свои дела, я не хочу время зря тратить. Почему ты не хочешь ходить в школу? Ты же знаешь, что так положено. Я делаю только то, что хочу. Я стал сильным. Сеньор, вы слышали, что Вито сказал? Ничего не хотите добавить? Вы думаете, я не слышала? Да слышала я. И вы слышали, во что его втравили, с кем он сидел, с наркоманом, с убийцей. Слышала я. Он всегда об этом рассказывает. И все время, пока он там сидел, думаете, чему-то хорошему научился? Но видели отметину у него на руке? Какую отметину вы имеете в виду? Значит, не видели. Ладно, забудьте. И что же он сделал? С кем он виделся? Вы меня спрашиваете. Я ему не ангел-хранитель. Ходит с друзьями играть в бильярд. Во сколько он приходит домой? Когда захочет. Он вообще спит очень плохо. Вы не об этом меня спрашиваете. Вы спрашиваете о том, почему он стал писаться в постель. Об этом правосудие знает. Во что они его превратили? Адвокат сказал, что они нам за это дорого заплатят. Нам придется лечить ему нервы. Нужно будет показать ему врачу. Лечение стоит дорого. Но вы сами его видели, каким он стал замкнутым, нервным. Я сама его не узнаю больше. Вечно нервничает. Если не по нему что-то, встает и выходит. А иногда даже ночевать не приходит. Его не узнать. Как говорит мой муж, у нас и своих проблем хватает. А чем занимается ваш муж по профессии? Он бондарь, бочки делает. Но сейчас у него нет работы, так что я ему помогаю, чем могу. А как вы ему помогаете? Как я ему помогаю? Помогаю уж. А ведь говорят, что некоторые женщины даже продают наркотики и заставляют заниматься этим несовершеннолетних детей, чтобы заработать. Вы думаете, на земле есть святые? Святые есть в раю и на небесах. Летать очень здорово. Вы бы хотели летать? Когда ты воруешь, ты как бы летишь.
Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Земную жизнь, пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу. Цитирую Данте. Tanti amara che poco è più morte, ma per trattar del ben chi vi trovai dirò dell'altre cose chi vos corte. Я постараюсь объяснить, что здесь излагается. Вито и другие. Автор сценария Антонио Капуано. Режиссер Клаудио Гримальди. Оператор Антонио Бальдони. Режиссер-постановщик Антонио Капуано. Спонсором фильма является Министерство туризма и развлечений. Я знаю только войну, но я часто понимал, что и в войне есть своя прелесть. Посмотри на красную машину. По-моему, там мальчишки, ребята. Да убери ты пистолет, ты что? Смотри, за нами полиция. Остановись, пешком от них бежим. Стой, стрелять буду. Ты говнюк. Что ж ты в чужие дела нос суешь?
Si capisce? Я все понимаю. Да, да. Окей, окей. Хорошо. Lo so. Знаю, знаю. Ma di qua, chi vuoi che lo muo? Но они хотят, чтобы ты перешел в другое место сегодня вечером. Ti aspettiamo. Да какая разница, мы будем ждать? Va bene. Хорошо. Porta qualcosa. Что-нибудь прихвати. È bello, è bello. Ты симпатичный, просто прелесть. Как ты и говорил, откуда я знаю. Сам спросишь у него. Ma, 11, ну, 11 там, 12 где-то. Si abituerà, si abituerà. Ничего, привыкнет. Vabbè. So, ладно, это его проблема. Мы у кого-то купили за 50 тысяч лир? У кого? Мы не знаем, кто это. Вы могли бы его опознать? Нет, может, он уже ее угнал. Это была угнанная машина? Алло? Он здесь? Да, пусть подождет. 15 минут. Значит, машина была украдена, так? Но нам-то откуда знать? Но вы-то куда ехали? Мы ехали. Мы просто так тренировались, хотели сдать экзамен. Деньги где взяли? Да где взяли, где взяли? У тети Розетты. 50 тысяч у тети Розы. Карлос, соединись с тетей Розой. Да так просто. Ладно, ладно, спасибо. Значит, эти деньги тоже были в сумочке. Я взял 100 тысяч лир у нее в сумочке, а я только 20. Значит, 50 и 70 на машину. Машина была угнана. Кто узнал, вы не знаете. Кто угнал, вы не знаете, так? Вы не можете посадить нас в тюрьму, пока нам нет 14 лет. Хочешь попробовать? Да он уже в штаны наложил. Я в тюрьме сидел, я не такой засранец, как ты. Хорошо, хорошо, ты молодец. Нет, нет, колени подтяни поближе. Вот так хорошо. Ты так похож на моего сына. Как тебя зовут? Ты товар принес? Руки вверх. Да. Хорошо. У кого пистолет, тот приказывает, а ты подчиняешься. Если пистолет у тебя, ты приказываешь, понятно? Thank you.
disse la prima giraffa al buon Dio, quale sarà il compito mio? Испугался? Да нет. Дерьмо все. И долго тебя продержали? Да так. Вот сукины дети, а мать? А ей только деньги нужны. Ненормальный совсем. Ходит зад вперед. А на меня наплевать. И мне плевать, пусть хоть сдохнет. Деньги нужны, а то... Adesso la porto via, grazie. Va bene. Come ti senti? Brutto, ti prego, voglio andare via subito. Есть хочешь? Non vuoi un po' di margherita? Pizza есть. Non voglio restare sola. Non preoccuparti. Stai con me. Cosa è successo? Знаешь, что случилось? Cosa è morto? Знаешь, кто умер? Чиро. Чиро сорриса. Чиро. Улыбающийся Чиро. Его нашли с иглой в руке. Сегодня утром. А Чиро, который смеется. Попробуй еще, только держи крепче. Готов? Готов. A, B, C, D, E, F, G, H, I, M, M. Да, капо. Давай сначала. Шестое. Когда договорюсь о сделке, нужно выполнять условия. Вот такой человек. Хочешь жить? Соблюдай клятву. И это лучшее. Только так будут тебя уважать. И только так все бабы будут твои. Так заработаешь деньги, а будут деньги, будут бабы. И будут, может быть, даже собственные игровые автоматы. Я хочу домой. Я хочу домой. Я хочу домой.
Tutto a posto. Все готово? Все готово. Cinema bello è quello che quando finisce finisce. Классные фильмы, те, которые хорошо кончаются. Например, все счастливы и рады, и в конце целуются в губы, и музыка такая отличная, и все говорят: «Ах ты черт, два часа уже пролетели». Дорогие мама и папа, вы никогда не пытались летать? Сверху мир прекрасен, но я им сыт по горло, и я готов спрыгнуть оттуда, откуда летают дельтапланеристы. Но если счастливого конца нет, если кончается плохо, что, если друзья спросят, как фильм классный, то ты скажешь: нет, фильм как в жизни, куча дерьма. В фильме снимались Нэнго Триола, Джованни Бруно, Пино Леоне, Марио Ленти, Антонио Джаккарино, Джозеппино Фуско, Антонио Фарак и другие.